Уйду я из этого суда к чертовой матери. Не надо было мне соглашаться на эту работу, это не мой мир. В это же время жена главного героя Вера Брагина после организованного на нее покушения решает круто изменить свою судьбу. Она не готова жить жизнью своего мужа и постоянно подвергать себя и свою семью смертельной опасности из-за работы. Поэтому, взвесив все за и против, она решает сложить в себя полномочия судьи и сдает экзамен на адвоката. Брагину очень не нравится подобное решение, и это приводит к конфликту в семье. Юрий, большую часть своей жизни расследовавший преступления и отправлявший преступников за решетку, не понимает жену, которая теперь готова защищать бандитов, мошенников и убийц. Ты моя жена, и я тебя никогда не брошу. Пока смерть не разлучит нас.